Здравствуйте, меня зовут Дарья Панченко, я 99-го года рождения, студентка Киевского национального университета кино, театра и телевидения имени Карпенко-Карова. Посмотрев большое количество показов театральных вузов, в том числе московских, я могу сказать, что у нас хорошая мастерская, потому что сейчас все больше привилегирует режиссерская форма и отсутствует подлинное проживание. Мы очень сильно углубляемся в причинно-следственную связь психологических травм, которая движет тем или иным персонажем. Я считаю, что для актера нет отрицательных ролей, потому что когда при разборе ты понимаешь, что этим человеком движет. Понятно, что это момент слабости, неумения контролировать ситуацию, но задача актера же оправдать это и найти эту взаимосвязь, которая движет этим человеком, чтобы играть не какие-то абстрактные эмоции. У нас мастер постоянно говорит, что актер должен выливать литрами крови, актер должен тратиться. Я всегда себя оцениваю по состоянию. Если мне неплохо, если я так себя свободно чувствую, все, значит, я не до конца выложилась. А мне мой педагог говорит: «Даша, с твоим темпераментом ты скорее сама Вронского под рельсы бросишь, чем сама под него бросишься. Ты будешь играть, как она сказала, мать уголовников. Что это вообще значит?» Вообще-то прекрасная профессия, когда ты можешь направить свою какую-то боль, личное переживание в созерцание. Опять у меня драма, опять у меня все страдания. Меня называют Аллой Борисовной, Сталиным. Меня я не пойму, почему. Давно постоянно все смеются в хорошем смысле. И если играть комедию, то это Даша. Конфеты, пирожные с кофе. Ну как без этого? В эти серые будни, скажите. Умение не жалеть себя, умение не слышать «нет». Когда мне говорят: «Даша, легче». Ну вот что такое легче? Казалось бы, ну просто там поговори просто. А мне нужно все обострить, мне нужно темперамент, мне нужно драматическую судьбу поднести. А вот...